Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника «Математика. 6 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 413. Для банка заказали новый сейф, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда. Длина сейфа равна 3 метра. Ширина составляет 13,5 длины, а высота 15,26 ширины. Сколько слитков золота, имеющих форму куба с ребром 6 см, можно положить в этот сейф? Итак, обратим внимание, что длина куба дана в сантиметрах, а длина сейфа в метрах. Переведем метры в сантиметры. В одном метре 100 сантиметров, значит в 3 метрах будет 300 сантиметров. И тогда ширина неизвестна, сколько сантиметров, но известно, что составляет 13,5 от длины. Высота неизвестна, сколько сантиметров, но известно, что составляет 15,26 от ширины. Так как слиток имеет форму куба и его ребро 6 сантиметров, то первым действием мы можем узнать, сколько кубиков поместится по длине сейфа. Для этого мы 300 разделим на 6. 300 разделить на 6, 30 на 6 – 55. И еще 0. 50 слитков поместится по длине. Чтобы узнать, сколько слитков поместится по ширине, нам нужно сначала найти ширину. Ширина составляет 13,5 от длины. Как найти дробь от числа? Можно число умножить на эту дробь. 300 умножаем на дробь 13,5. Триста делим на 50 – это 6. 6 умножаем на 13. 6 на 10 – 60. 6 на 3 – 18. 60 плюс 18 – 78. Сантиметров. Это у нас с вами ширина. И можно сразу узнать, сколько слитков поместится по ширине. 78 разделим на 6. 78 можно представить в виде слагаемых 60 и 18. 60 делим на 6 – 10. 18 делим на 6 – 3. 13 слитков по длине. Третье действие. Чтобы узнать, сколько слитков поместится по высоте, нам нужно сначала узнать высоту. А высота составляет 15,26 от ширины. Итак, ширина у нас 78 сантиметров. Чтобы найти дробь от числа, нужно это число умножить на дробь. 78 умножаем на 15,26. Для этого 78 делим на 26 – это 3. 3 умножаем на 15 – 45. 45 сантиметров – это составляет высота. Узнаем, сколько слитков поместится по высоте. Для этого 45 делим на 6. Но 45 на 6 не делится, потому что 45 – четное число, а 6 – 45 – нечетное число, а 6 – четное. Выделим целую часть. 42 делим на 6 – это 7. От 45 отнимаем 42 – это 3. И 3 шестых – это 1 вторая. Так как 7,1 вторая – это не натуральное число, а дробное число, а мы слитки не будем разрезать, то получаем, что 7 слитков только поместится по высоте. Ну и теперь мы можем найти ответ на задачу. У нас по длине помещается 50 слитков, по ширине 13 и по высоте 7 слитков. Исправим
И для того, чтобы узнать, сколько всего слитков, нам достаточно перемножить. 50 умножаем на 13 и умножаем на 7. 13 умножаем на 7. 10 умножаем на 7 – 70. 3 умножаем на 7 – 21. 70 плюс 21 – 91. Умножаем на 50. 0. 5 у 1 – 5. И 5 у 9 – 45. Получаем 4550 слитков. Поместится в сейф. Итак, вопрос задачи был, сколько слитков золота, имеющих форму куба, можно положить в этот сейф? Мы ответим, 4550 слитков золота можно положить в сейф. Вот и все, мы справились с вами с задачей. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, то оставляйте их в комментариях к этому видео.